Приветствую вас на нашем YouTube-канале Hard Reset Info. Сегодня хочу вам показать, как сделать мягкий сброс на телефоне Huawei. Итак, чтобы сделать мягкий сброс, нам надо зажать кнопку уменьшения громкости и кнопку питания. Зажимаем. И держим. Даже если сделался скриншот, все равно держим до появления лого. Как только мы увидели лого, мы можем отпустить две кнопки и ждем. Итак, мы сделали мягкий сброс. На этом все. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.